Победительница премии РУ-ТВ певица Нюша сняла клип на песню «Целуй». Девушка с уверенностью заявляет, что эта работа будет в корне отличаться от всех предыдущих танцевальных видео. Агрессивно-сексуальный внешний вид Нюши в клипе дополнили железные цепи, из которых певица яростно вырывается навстречу своей любви. Такая метафоричная жажда поцелуя. Лаконичная картинка, пустой зал, никаких цветов и океанов. Ничего не отвлекает зрителя от главных героев, преодолевающих законы гравитации. Новый клип — это суровая и философская история из жизни. Возможно, даже самой Нюши.